Я обожаю итальянцев. Ну, мужчин я представляю таких, которые, типа, в 30 живут с мамой. Страстные, пламенные, эмоциональные, капризные, ленивые. Эротические фантазии. Ciao, miei cari italiani. Io sono Olga, una ragazza nata in Russia. Non tutti qui hanno visitato l'Italia e hanno avuto una conversazione con un italiano. In questo caso, spesso abbiamo dei pregiudizi. Se volete sapere quali stereotipi sugli italiani esistono nel mio paese, continuate a guardare questo video. Italiani, venite in Russia. Metici online. Scriviti al Ponte Italia Russia. Mario, buongiorno. Первый, который по фильмам всегда какой-нибудь толстый Джо или Луи, там, в общем, такой вышел здоровяк большой, и он такой, типа, что делать, босс? Второй, модник однозначно, супер стильный, супер красивый, всегда такой на Фоксе. Третий, это из фильма «Приключения итальянцев в России», где такой кудрявый, такой афро прямо такое было. Я обожаю итальянцев. Я думаю, они очень эмоциональные. Ну, люди, которые наслаждаются жизнью. Я думаю, что они очень хорошие аудиалы, у них все в порядке с музыкой, и это видно по их певцам и певицам. Моя любимая певица – это Лиссандра Амороса. Передаю ей привет, пламенно. Горячий. Да, очень эмоциональный, очень ярко жестикулирующий. Перке! Перке! Ну, мне кажется, итальянцы очень позитивные люди, активные, эмоциональные. Умеют отдыхать и очень хорошо разбираются в культуре, искусстве и во всем прекрасном. Человек, который очень громко разговаривает и жестикулирует. Также это человек, который ест пасту, пиццу, довольно привередлив. Итальянцы – это те люди, которые очень любят есть пасту. Нет, ну я думаю, что они эмоциональные, и мне кажется, что они очень много жестикулируют. Я думаю, что они очень много жестикулируют, и почему-то мне кажется, что они не сутулятся никогда. Что они всегда такие грудь колесом. Да, и итальянцы очень много вот жестикулируют, мне кажется, жестикулируют. Бам-бам-бам-бам. Эмоционально. Да. У них важны тут семейные традиции. Страстные, пламенные, эмоциональные, капризные, ленивые. Я думаю, это вспыльчивые люди, очень экспрессивные. И это те люди, я слышала, которые очень любят делать комплименты другим людям, если считают их красивыми. Это нормально у них просто идти по улице и слышать комплименты. Это громкие люди, это жестикулирующие, эмоциональные. Ну, мужчин я представляю таких, которые типа в 30 живут с мамой. Итальянцы много жестикулируют, действительно, они очень эмоциональные, очень позитивные и любвеобильные. И еще они не стесняются показывать какие-то чувства, я бы так сказал. Я думаю, что они очень экспрессивные, страстные женщины в молодости. А с возрастом они такие становятся умудренные, сидят, курят сигарету вот так вот. Ой, все вокруг такие вот неопытные, глупые, а я уже во всем разобралась. Мне кажется, это очень сильная женщина. Горячая, страстная. Шикарная. Мне кажется, вкусно любит покушать. И приготовить. И отдохнуть. Мне кажется, это глава семьи, вот он меня почему-то. На основе итальянских фильмов, не знаю, которые я видела, она вот так вот. Вот так встает и как бы говорит. Ты-тын. Ну, во-первых, если мы рассуждаем про итальянскую женщину, стоит отметить, что это в первую очередь ассоциативный ряд с матерью. Давайте подумаем с другой стороны. Для них создается итальянская мода. Итальянские мужчины одевают женщин. Я думаю, что итальянские бабушки, так же, как и бабушки везде, готовят пельмешки. Вот. Что-то похожее на пельмешки. Равиоли. Равиоли. Взрывная девушка, такая много... Яркая, да. Танцующая, с пышной юбкой. Да, да, да. Ну, вообще все люди разные, и я думаю, в Италии это то же самое, как и в России.
Я знаю, что есть два вида итальянцев. Есть северные итальянцы, красивые, там все такое. Есть южные итальянцы, это такие рабочие, как Джорджо Келлини. У них большие носы, и они так вот ходят, настоящие мужики, да, мне кажется. Темненький, худенький, с вьющимися волосами, бородкой, ухоженный, худой. Мне кажется, что они А я думаю, что они много бороды не носят, кстати. Мне кажется, что наоборот они больше бреются, особенно молодежь, нет? Контрастные, возможно, черты лица. Я говорю о черных волосах, бровях темных. Ну, как я? Я очень похож на римлянина. А кто тебе сказал, что ты похож на римлянина? Я. Не, ну а что? Вот представь этот бюст и я. А еще почему-то там очень красивые мужчины, ну, по крайней мере, нашего возраста. Да все красивые, они вообще бомбические просто. Мне кажется, что итальянец – это человек в блестящем костюме и мокасинах. Они немного смугленькие, нет? Ну, как, типа, как испанцы, но чуть-чуть под... На мой взгляд, типичный итальянец, в зависимости от региона, конечно, но если мы берем общий такой средний портрет, то это мужчина с черными волосами, такой смуглый, с немножко увеличенным носом, загорелый, с волосатой грудью. Примерно так я вижу. Черноволосый, возможно, с усами, большая челюсть, черные глаза, красивые, загорелые. Да, и мне кажется, кудрявые. Почему-то для меня итальянцы обязательно с кудрявыми волосами. Черными, густыми. Да, кудрявыми волосами. С черными волосами и коротких шортах. Такая яркая харизма должна быть у человека, наверное. И это много волос на груди у мужчин. Я думаю, что... Ну, во-первых, я уже сказала, что они все не сутулятся и все с очень расправленными плечами. Причем я почему-то думаю, что они не должны быть очень высокими. Ну, что не они сутулись, невысокие. Да. И с усами. Их должны быть усы. Все, я. Прям в костюмчиках ходят в жару, загорелые, красивые. Приезжайте в Россию. Высокие красавцы. И красавицы. С усиками. Я думаю, что итальянец – это уложенные волосы и влажный просто парфюм. За, не знаю, от 100 метров пройдет, до сих пор будет чувствоваться. Темноволосый обязательно, смуглые. Нос. Мне кажется, еще нос должен быть немножко с горбинкой. Точно. У итальянцев. Я забыла про это, да. Нос, да. Это стереотип, что у всех итальянцев большой нос. Хорошо, а типичная итальянка? Обязательно с грудью большой. Из декольте. Итальянка на Сицилии – это одна итальянка, а итальянка на севере – это другая итальянка. Если итальянка на севере, то это, скорее всё-таки, более беловолосая женщина со светлой кожей и голубыми глазами. Ну, я представляю себе итальянку очень красивой девушкой с большими карими глазами, красивыми темными волосами, светлой кожей, хорошо одетую. Она выходит из какого-то дома, заведения в платье, которое снизу такое. Как он называется? Рюша? Да, 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 оно такое волнистое. Валана. Как ты носишь? Как я ношу. Да, да. А по поводу сисек не знаю. Ну вот, значит, у меня волнистые волосы на голове. Она... Такая, у меня платье, в общем, пышное, она так дрын-дрын. Ну, вращает всегда. На работу идет, вращает, по супермаркету тоже. С яркими чертами, с крупными, я бы сказала, черноглазые. Часто кудрявые. А итальянка на Сицилии – это жгучая черноволосая брюнетка. Ну, такие вперед, груди. Моника Беллуччи. Молодая. Прямо вот такая. У нее здесь еще вот на волосах, вот тут часть собрана вот так. Вот отсюда. Оп. Да. Да. У тебя так селянка, да. Твои селянки. Эротические фантазии. Нет. Итальянцы одеваются стильно. Просто стильно, хорошо, со вкусом. Очень стильно. Да. Очень стильно, современно, изысканно даже иногда, особенно если это женщины за 40, за 50. Это отдельный вид искусства. Они более любят так шикарно одеться, блеснуть, выглядеть хорошо.
Ну, мне тоже кажется, что итальянцы знают толк в моде. Ну, возможно, они еще любят какие-то украшения, в бижутерию или еще что-нибудь такое.